Водка, виски, коньяк и большое количество емкостей со спиртом хранились в кузове автомашины, припаркованной на пустыре. При проверке одной из хозяйственных построек оперативников ждал еще один сюрприз в виде 3000 бутылок алкоголя сомнительного качества. Проведенными исследованиями установлено, что изъятая спиртосодержащая продукция не соответствует ГОСТу, на бутылках отсутствует маркировочное обозначение, и часть маркировочных обозначений имеет признаки подделки. Товар был надежно спрятан и, судя по всему, ожидал своего покупателя. Теперь же изъятая партия станет более чем убедительной уликой в уголовном деле. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.